7 сентября на открытой территории морского вокзала состоится третий конкурс среди работников СМИ «Кулинарные битвы журналистов», который закроет сезон 2013. Конкурс приурочен к Международному дню солидарности журналистов. В программе конкурса презентации блюд от шеф-поваров ведущих ресторанов города, розыгрыши призов среди посетителей, а также дегустации блюд. В честь своего дня рождения туристическая компания «Навигатор» дарит главный приз победителю конкурса – путешествие на всех участников команды. Ждем вас 7 сентября на морском вокзале. Приходите, поддержите своих коллег. С нами весело и вкусно. Организатор «Экспо-Виват». Телефон для справок 705-12-55.